Книга «Открытым оком», том 16, вопрос 3048, тема «Литература». На обложке газеты «Алтайская миссия», вестники Барнаульской епархии, Московская патриархия, номер 11, ноябрь 2005 года. Изображен юноша с лицом девушки и с длинными волосами со свечой и с кадилом. И надпись «Ангел молитвы, Архангел Серафим». Кто видел ангела в таком араре с крестами, на рукавниках, крыльями и стихаре? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, изображена не просто картина, но похожа на икону. А у икон часто автора не обрящешь. Писал православный. Идеал его здесь изображен в том, что описываете. Вид, атрибуты в руках, одеяние, крылья. Но кто может поручиться, что так и должно быть? Описывают род занятий ангелов и других небесных сил на том основании, что что-то известно или поведением. Но если один раз видели Михаила с мечом, то это не значит, что он ограничен только военным ведомством. Сразу же присвоили ему должность воевать. Если Рафаил был с Товией, то это не значит, что именно Рафаил всегда с путешествующим. Рафаил, может быть, посылается к роженицам или разрешает споры богословские. Узость взгляда на истину рождает ересь. Колоссянам 2:18. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Признавая ангелов того же Гавриила, Джебраила, мусульманин представляет его иначе и, конечно, с полумесяца. Не говорю про буддистов, там все сатанинское. А вот у евреев представление об ангелах близко к нашему, ибо они имели даже повеление сделать их изображение. Вторая паралипоменона, 3:11. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Третье царство 6:29. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. В Библии упоминается ангел Серафим только один раз. 3 Ездры 5:15-16. «Но пришедший ко мне ангел поддержал меня и укрепил меня, и поставил на ноги, и было во вторую ночь. Пришел ко мне Серафим, вождь народа, и спросил меня, где ты был и отчего лицо твое так печально?» В церкви ему присвоили титул архангела. И не Серафим стал, а Серафим, как указано в календаре, ноябрь 8, молитва к Богу, евреи. Считаю, что не следует изображать то, что выше нас и выше разумения нашего, а это чрезвычайно опасно. Иеремия 23:18. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слово Его и услышал? Откровение 5:2. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. Но как выглядит ангел, не написано. Не описано. Что касается небесной иерархии Дионисия Ареопагита, то это может быть или апокриф, или благочестивая и бесстрашная выдумка от потери страха Божия и чрезмерного любопытства. Все видимое временно, невидимое вечно, неоспоримо под любым наклоном. Рожденное умрет, а в промежутке лечим, забвение наслаивая, часто ли то помним. А надо бы почаще раза в день на всем, что нравится, тавро, клеймо проверить. Все временно исчезнет даже тень. И то, что вечно мнится староверам. Вот фотография, которая больше века, гравюры и рисунки дней минувших. Ни одного, кто жил на том проспекте,
тела зарыты, говорим про души. Цари и царицы, грозные войска, не только в прошлом, а намного дальше, а тоже на священное смотрели свысока. И этот поднятый царем красивый мальчик, что рассуждать, понятно и без слов, как ненадежно, видимо, даже в наслаждении, и нынешнее сгинет за тем, что унесло. Строение, имена, одеяния и деньги. Но вечное оно внутри и вне, оно незримое, почти неощутимо, в воде не тонет, не горит в огне, не даст сподобиться и стать тупой скотинкой. Душа бессмертная и ангельские сонмы, Бог триединый в вечном торжестве. В вечности во мраке не утонем, с благоволением, добытым в Рождестве. Невидимы молитвы, милостыня, пост, слова, дыхание и мысли о небесном. Тому нас учит Библия, Христос. Мечты незримы, искушения, бесы. Но и в невидимом не все проходит в вечность. Любви бессмертный плод неистребим. К духовному шагни, оно спешит навстречу. У вечного Спаситель посреди. 22 марта 2006 год. Игнатий Лапкин.